Всем хай, с вами я, постапокалиптический ездок в игре The Long Drive. Да, я, конечно же, не похож на крутого постапокалиптического чувака, я выгляжу как обычный дядька, но это не главная проблема. Главная проблема, что моя машина сломалась в хлам. Я стою здесь на жаре адской, и у меня в бутылке санина. Я это сделал, потому что очень хочу пить. Сейчас я это буду пить, а вы будете смотреть такой вот видос. Пожалуйста, не спрашивайте, что я собираюсь есть. Всем хай, друзья! Играем с вами в прикольнейшую игру, которая, мне кажется, будет много лузов нам доставлять, ибо это реально постапокалиптическая езда. Вот что нас ждет сейчас. Это напоминает мне игру, в которую мы играли очень давно, еще в 17 году, называлась Jalopy. Вот, можете посмотреть, если вы не видели. Такой же концепт. И сейчас мы будем с вами играть вот этим чуваком или другим чуваком, которого мы сделаем под себя. Сначала мы, конечно, включим язык русский. Итак, давайте будем работать с парнем этим. Что у нас есть? Какие волосы? Никакие или бы вот эти? Вариантов особо нету. Хорошо, а рубашку мы можем, да, изменить ее. Она может быть белая, чтобы как бы вот я в белом, и она прекрасна. А еще на ней будет очень хорошо видны все пятна. Любая грязь. Стой, погодите. Можно все это убрать, и мы получим Сайтаму из One Punch Man. Нет, давайте, будет белая рубашка. Все, семя. Какое, чье? Кому? Для кого? Нет, не надо мне семян никаких. Все, мы просто начинаем игру, как она есть. Вот она какая есть. Что? Что было так что? Что это? Что это? Это моя рука! Она вот так работает. Берем за ручку, открываем и зумим. Оп! Как он определяет, какой рукой пользоваться? То он правый, то он левый. Данте, хватит, бесишь. Погодите, я тут посмотрел в управление и так случайно наткнулся на сать и отрыжка плюс пердеж. Вы что, думаете, я не проверю это? Почему? Что у меня? Почему у меня мышка за... У меня мышь зафиксировалась! Я не могу двигать! Стоп! Назад! Опа! Ладно, он, видимо, очень хочет поссать. Мы ссым. А, мы должны удерживать, чтобы ссать. Окей. Смотрите, какие вот еще... Ой, боже мой. Ничто не предвещало такого управления в игре. Хорошо, и мы наполовину хотим гадить. Давайте прям камеру отлично вот так поставим. Потом мы... Ой, еще пару капель выронил. Подстряхнул немножко. Вот это контент, ребят. Вот это контент, я понимаю. Это то, чего нам всем так не хватало. Только не наступи. Ой, ой, боже мой. Все, извозюкал. Да как нам теперь исправить вот это положение нашей камеры? Стоп. Хорошо, что-то меняется. Только если я зажимаю Q, я могу хоть как-то вертеть мышью. В главное меню выйдем. Давайте заново сделаем. Вот, вот, хорошо. Только не выходить в меню. Будем догадываться об управлении так, по наитию. Тыкать будем. Что это? О-о-о. Взять оружие. Вот так мы берем. Серьезно? Зачем? Я вот так буду стрелять своих врагов. Бу-бу-бу. Видите? Мы немножечко вот так вот потрем наш ствол. Пока он не выстрелит. А, спагетти. Воу-воу, боже мой. Можно его разбирать вот так вот? Окей, хорошо. Юань. Тут какие-то валюты. Юань двинуться. Свисток двинуться. ММБ сменить друг друга. Что все это, блин, значит? Вот наша машина, собственно. А, вот, мы оборудовали ружье. Теперь мы вооружены по-настоящему. Вооружены и опасны. По крайней мере, для самих себя точно. С предохранителя сняли. И теперь мы должны выстрелить. Наверное. У нас нет патронов. Как так? А это что тогда? Это сигарета? Положить ее. О. Да? Так ты себе это представляешь. Что? Что это за звук? В общем, я там снова подзавис, застрял и перезапустил игру. Теперь вокруг моего дома растут огромные кусты. Я до сих пор не понял, кто орал возле моего дома. Что? Что это значит? Это был гром?
О, я прям чувствую жару в этой игре. Жирафик! Что мы можем с ним сделать? Во-первых, мы можем погрузить. Так, мы взяли жирафа. У нас есть губка. Мы тоже ее можем поместить себе в руку. Нет, в багажник, конечно же. Открывай. Ой, блин, у нас мотор в багажнике. Это же Запорожец. Жирафика можно в багажник положить. Или же, я думаю, он будет нашим компаньоном. Поэтому положим его на переднее сиденье. Сейчас, погодите, надо присесть. Вот так. Иди сюда. Вот, будешь нашим компаньоном. Штурманом. Это, скорее всего, бензин. Это нам нужно. Нет, стой, не лей! Погоди, что ты делаешь? Да не лей! Вот, открываем. Кидаем. Есть, боже мой, я вылил кучу бензина. Что? Что? Нет! Нет, обратно! Прыжки у меня, конечно, не очень. Бинокль, очень важно. О, откроем... И кинем бинокль. Нет, зачем кидать-то его? Надо открыть дверь и кинуть бинокль. Да блин, сейчас вся машина сломается от одних моих прикосновений. Закрыли. А вот и патроны, кажется. Как нам зарядить ружье? Что нам сделать? Черт тебя дери, игра. Оборудовать. Оп, а может быть это тоже? Оборудовать. Мы оборудовали. Вот мы так сделали. Оп, да господи! Даже смена на английский язык не помогает, потому что он все равно русский. Боже мой! Посмотрите, какое расстояние мы можем руку выдвигать. Извините. А. Сыкнул слегка, извиняюсь. Ой! О, боже мой, начинается. Что? Что это? Блин, я ломаю свою машину. Что я делаю? Что это значит, этот звук? Окей, я сменил язык. МБ. Ага, это средняя кнопка мыши. Мы можем вот так вот вращать предмет, чтобы как следует его рассмотреть. У вас получилось его рассмотреть? И у меня тоже. Правая кнопка мыши двигать. Ага. Скролл, а правая это вращать. Ох, этот постапокалипсис. Что он делает с людьми? Смотрите, кролик бежит. Быстрее, быстрее, быстрее. Нужно охотиться на кролика. Быстрее, быстрее. Экипировать. Перезарядить. Мы перезарядили, кажется? Написано 200. Почему я только один достал? Ладно, пойдемте испытаем этот один патрон на том кролике. Отмена. Перезарядить. Закрыть. А, здесь один раз только. Все, я понял. Все делается по разу. Каждый раз нужно перезаряжать вручную ружье. Нельзя обойму целую впендюрить. Так, блин, вот это бы убрать как-то. Выкинься. Вон он бежит. Моя добыча. Мне же нужно с собой еду иметь, правильно? Опа, что это за колодец? Это что-то стрёмно. Смотрите, еще патроны. Целая куча патронов. Ну давай, кролик. Что? Так, окей, еще раз. Значит, сделали вот так, перезарядили, закрыли. Атаковать! Вот так убрали ручку, чтобы она не мешала. Тихо, 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 присели. Смотрите, ноги прямо из-за плеч торчат и крадутся. Сейчас мы тебя убьем, кролик. Да куда ты побежал? Стоп, он подох сам. От чего? У меня пуля с замедленным действием, что ли? Не понимаю. Ты жив? Не, он двигается еще. Контрольный в голову. Вот. Ну, чтоб наверняка. Это так тупо. Теперь давайте поднимем этого кролика. Все, бежим домой срочно. О, смотрите, там есть какой-то чердачок. Сейчас мы туда зайдем. Значит, дверь открыть, удержать, отпереть. Кролик взять. Слушайте, жирный кролик, его трудно пронести в салон. Давай, уплотнить его туда. Аккуратно упаковать. А, вот. Кинем это в машину. И где-то была еще одна, по-моему. Сколько уже времени прошло, мы до сих пор не выехали. Ну, извините, я хочу тщательно подготовиться, понимаете? А, вот ты где. Повезло найти среди пустыни. Канистра полная. Канистра воды, кстати говоря. Вау. Много воды, это хорошо. Давайте засунем.
Раз вода и два вода нам понадобится. Это что? Это выпивка? Это нам не нужно. Все закрыть. Говно не надо с собой брать никакое. Уже темнеет. Опять буду в ночь выезжать. Ну какого хрена? Прям как в жизни. Что это? Спидометр? Ну, да, наверное, он мне нужен. Без него я вообще же не буду знать, какую скорость-то я развил огромную, максимальную, просто сверхзвуковую. Вот там пусть лежит, как всегда, под сиденьями. Я боюсь, что с кроликом как-то не очень получится аккуратно. Кролик что-то не очень надежно лежит. Блин, мне, походу, надо спать. Или пока не надо. Есть подвал еще. О! Нет! Боже мой, я играю за маньяка! Постапокалиптический маньяк. А это что такое? Дизель? Ну-ка. Дизельная бочка. Целая бочка дизеля? Зачем она мне? Как вы хотите, чтобы я это все с собой взял? Ладно, я и тебя возьму, раз уж я делал тебя так долго. Я очень старался. Не хочется, чтобы все пропадало даром. Но ты сядешь сзади, понятно? Потому что только классные чуваки сидят спереди. А это я и жирафик. Все. Сиди, не рыпайся. Что это светится? Какой-то паучок? Паучок или осьминожек? Я вообще не понимаю, что это такое все. Ладно, вот здесь пусть лежит. Давайте сядем. Спим. Какой таймлапс клёвый. Встаем, встаем. Все, мы встали. Толкнуть. Это типа я ножки должен размять после сна хорошего. Да вот так. Теперь можно встать, я думаю. А я пересел. Как мне встать? Господи. Нет. Вот, я встал, боже мой. Ты что есть такое? Я не знаю, нужно это или не нужно. Опа, вот это нужно. Нам бы в какой-нибудь мешок это все собрать. В емкость, да, вот сюда. Постараюсь аккуратно сложить. Значит, колбаски охотничьи. Сейчас, погодите, вот так. Сейчас аккуратно макнуть. Вот так, как палочки китайские. Блин. Походу, так не получится. Вот ящик есть. Да сволочь! Обратно. Нет! А так, погодите. Есть! А теперь батон нарезной. От! Есть! Ты что такое? Какая-то штука. Что-то я с ней делаю. Это музыкальная шкатулка. Ладно. Какой-то термос. Водичку надо взять. Осторожней. Осторожней. Кидаем. Вот, хорошо, положили. Радио очень надо. В машину радио. Без музыки нету классной поездки. Не знаю, как это, куда вы хотите, чтобы я вставил. Я положу вот сюда. И, наверное, надо запаску еще пиндюрить. Да, парочку обязательно, конечно же. Давайте поближе. Как-то... Вот так. Блин. Хоть большая запаска. У меня вообще такие колеса? Да, моего размера. Ну, я думаю, вот нормально будет. Одна запаска. И диск. И закройся. Есть! Четко влезло. О! Это нужно, да-да-да. Открывайся. Кидаем. Закрываем. Расческа нахрен. А вот стекла помыть, это не расческа, это щетка. Видите, тут нарисовано. Да, это чтобы мыть свою машину, свои стекла. Все это необходимо мне. Ой, что сделал? Не надо этого делать. А, это мы можем бросать с такой силой, ясно. Ах. Предвкушаю. Блин, я сломал стекло, разбил. Ну ничего. А, нет, оно целое, оно на месте. И тебя, конечно же, мы возьмем щетка, чтобы помыть машину. Да, опять я нажал не то. Куда она делась?
Вот она. Пусть там будет, засунем ее туда. О, гантели! Это что, я... перед дорогой. А теперь швырнем ее. На! Мне сил не хватило. А это какой-то золотой слиток. Да, это золотой слиток, это деньги. Возможно, там будет торговля в будущем. Кладись, деньга, пожалуйста. Вот. От! Теперь быстренько посмотрим, что у нас наверху, и отправляемся в путь. Путь, я сказал. Еда! Секретная бонусная еда. Коллекционка, мы нашли. Какие-то запчасти. А, это зеркало заднего вида. Да хрен с ним. Самое главное, это жрачка. Куда она делась? Да какого хрена ты падаешь все время? А вот и коллекционка номер один. Ладно, давайте спускаемся. Вот, все. Запасную еду кладем вот сюда, к кролику. Ну все. Мне кажется, пора ехать. Вот, открыли. Мне не нравится этот камень. У него можно сесть зато. Ух, как здорово. Телефонная будка. Но кому я буду звонить? Кого я обманываю? Все. Значит, получается, ружье мы взяли. Кажется, где мое ружье? Ружье у нас, да, патроны у нас. Ружье заряжено. Заряжено, и причем на все патроны. Как так? Ничего не понимаю. Я ни хрена не понимаю. Ладно, давайте, все. Не будем больше долго думать. Я устал. Я хочу сесть. Сесть! Е-е-е! Закрываем. Так, что это у нас такое? Открыть, закрыть, открыть. О, там еще патрончики есть. Закрыть. Это значит у нас, да, фары. Выключить. Включаем радио, и оно вообще не работает. Ладно, давайте настроим. Think the future will be like? Will there be flying cars, robots, or robots you can have sex with? Нет, стоп, все, брось, все. Значит, снимаем с ручника. О! Едем, наконец-то! Аккуратней, камень! Я на нем сидел, он мне еще нужен, чтобы сидеть потом. Давай. Эх! А вот и автобусная остановка. И, кстати, куда нам ехать? В какую сторону? Чё-то, мне кажется, здесь дорога заканчивается. Нам нужно ехать вот сюда. Эта игра процедурно генерируемая, понимаете? Весь мир будет на рандоме спауниться. Генерироваться? Стоп, что там за звуки? Аккуратней. Так, Сара, ты в порядке? От, ей радостно. Она решила прилечь поспать на чемоданы, точнее на канистры. Смотри, аккуратней. И мне надо быть аккуратней. Не надо мне на тебя отвлекаться, твою мать! Посмотри, что ты сделала со мной, Сара. Боже мой. Я ничего отвратительнее и страшнее не видел. Это я про тебя, Сара. Слушай, может там музыки стоит включить, а? Ой, я вытащил. Стой. Как нам ставить обратно его? Погодите, это же от бардачка. Это даже не радио. Где радио? Ага, вот ты где, говно. А, вот, вмонтировать. О! Вот теперь поехали! Чуть потише. Сара? Где моя гребаная женщина? Стоп! Так, ручник. Все, надо выйти. Ой. Нет! Обратно! Боже мой! Как нам выйти? А так, открыли дверь и вышли. Так, где ты? Черт тебя дери! Реально, куда она делась? А где моя запаска? Где все? Оно вывалилось. Не, мы должны вернуться за ней. Снимаем с ручника, и я иду за тобой. Как супергерой, я спасу тебя. Вот она, стоп. Даже еще зеркала настроить нормально. О, какой я красавчик, смотрите. Такой Рикардо. С такими усиками. Все телки мои. Стоп. Что? Выйти, что за нафиг, мои патроны? И хавчик с собой забрала. Ну ты стерва, конечно. Ты от меня просто так не уйдешь, понятно? Все, лежи спокойно. А теперь, пожалуйста, погоди, мне нужно немножечко... Вот что я тебе думаю. Я даже не стесняюсь это при тебе делать, потому что мне плевать на тебя. Получай, Сара. Все, ладно. Я успокоился, гнев свой весь выместил. Теперь... Ой, боже мой. Пора включать, кажется, наши, да, фары. Черт, я забыл с ручника снять. Во, поехали. Больше не могу это слушать. Выключите радио. Ночная езда, как клево. Так, надо поправить немножечко зеркала. Ничего же не видно, нифига. Тут дверь нельзя открывать на ходу, а вот зеркала поправить бы надо. Вот, очень хорошо.
Да. Очень трудно ехать ночью. Прям как в реальной жизни. Как хочется спать, жесть. Кусты на дороге растут, камни на дороге валяются. Боже мой, опять куст. Но при этом фонари светят исправно. Интересно, мы встретим кого-нибудь? Мне же для чего-то нужно это ружье и огромное количество патронов. Ой, нет. Мне вот это не нравится. Это мне не нравится. Вот и первая проблема. Но давайте по инерции ехать. Я знаю, что просто кончится бензин, но я уверен, что с помощью инерции мы сможем еще далеко проехать. Благо мы с горки катимся. И кажется, даже ускоряемся немножечко. Нам бы хоть куда-нибудь доехать. Осторожней, песок тормозит нас. Едем по гладкой дороге, которая ни на секунду нас не тормозит. Вот, мы с горки начинаем катиться. Да, прекрасно, нам даже не нужен бензин, походу. Мы куда-нибудь приедем. Мы же каким-то образом живем, уже хрен знает сколько времени в этом домишке. Мы же где-то куда-то ездим, наверное, по этой дороге. Оу, какая красивая луна. Что? Что это было? Что-то было? Мне показалось? Дом! Как хорошо! Так, ручник. Все. О, выходим. Я лучше возьму ружье на всякий случай. Зарядил. О, нифига какой боевой. С мышцами. Кто здесь? Кто, блин, здесь? А? Ни хрена ж не видно. Давайте поспим. Вот это прикольно сделали, мне нравится. О, там даже прицеп есть. А в холодильнике есть... Ой, как много еды вкусной. Еще и хлебушек валяется. По-любому съедобный. Вот это отличная находка. Я думаю, нам нужно этим воспользоваться. Так, что у нас тут? Здесь можно помыться, я так понимаю. Стоп. Наполнить канистру с водой. Сначала нам нужно машину нашу толкнуть как следует. Давай! Блин, она же на ручнике. Как я ее буду толкать? Убрать с ручника. Нет. Куда поехала? Обратно. О, нет. Кого-то, кто бы мог зарулить ей сейчас. Дверь-то закройся, пожалуйста. Вот так ее развернуть. Давай, вот так, хорошо. Стой, машина! Нет! Стой! Куда ты поехала? Сейчас мы ее по-крутому так, хоп, по крыше пробежались. Отлично. И обогнали ее. Да нет, стой обратно, куда ты поперла? Стой! Сейчас Даня въедет. Вот. Ну, не так страшно, как я переживал. Окей. Думаю, нужно развернуть прицеп. А вот тебе, машина, пора бы остановиться. Стой, блин! Стой! Есть! О-о-о. Тебя мы должны аккуратненько тащить за собой. Ну, либо неаккуратно, просто пинками. Сейчас присобачим, у нас будет прицеп. Стоп, я видел. Прицепить! Есть! А, как много барахла мы сейчас с вами... Извините. Нет, обратно поставься. Надо бы как-то эту канистру теперь достать. А, вот, хорошо. Канистра... Стой, погодите, а насколько она у нас вообще заполнена? Мы можем попить? Ой-ой-ой-ой-ой! Да у нас проблемы со здоровьем. Мы жрать хотим. А, напился по максимуму. Пойдемте заполним эту канистру. Мы, кстати, одну потеряли. Как-нибудь вот так, я думаю, мы сможем ее заполнить. Открыли. Вот как-то так. А, вот, наполняем. А кого мы наполняем? Мы канистру наполняем или свой желудок? Мы свой мочевой пузырь наполняем. О, боже мой. Срочно порожнить. Стоп. Я что-то не понял. Как нам наполнить? Чуть-чуть открыли. Ну, по идее, мы заполняем. Я не знаю, что еще вам сказать. Или ни хрена мы не заполняем. Может быть, нам нужно открыть канистру сначала? Ты что падаешь тут, не? Ну-ка, поставься. Поставься. Вот так. Тихо, осторожнее. Открыть канистру, конечно. Сейчас. Боже мой. Это все так непросто, ребят, вы бы знали. Сейчас, как-то аккуратно. Хватит. Все. Мы наполняем ее? Я не понимаю, наполняю я или нет. Ну, вроде бы четко в дырочку капает. Осторожней. Черт подери, я не понимаю. Нет! Тихо! Черт! Что?
Во-первых, закрыть. Я пролил из-за тебя, кролик. Из-за тебя. 1,8 литров из 20. Теперь мы попробуем открыть, подобрать и заполнить ее еще разок. Было 1,8. А, вот, есть, наполняется. Все, мы разобрались. Блин, можно как-то побыстрее, пожалуйста, сильнее, больше напор, больше. Вот оно, как льется, заливается. Молодец, все. А что льется? Просим. Хватит лиц. Стоп. Ладно, давайте закроем. Ад! Слушайте, какое детальное здесь управление. Канистра с водой в прицеп. А что наверху у нас? Что? Что, вы угораете, сабля? Кия! Если харакири сделаю, здесь нельзя жить в этом мире. Вот так. Вот так. Иди сюда, кролик. Кия! Это было... Он что, пытался мне отпор дать? Ты пытался мне отпор дать? Иди сюда. Это хищные кролики. Видели, какие они зубастые? Аккуратнее жопу свою жирную. Кузов быстро. Прицеп вот так. Я думаю, мне надо поесть. Ом-ня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 м. О, хорошо. А теперь отвернитесь и закройте ушки. Мне нужно по делам моим срочным. Решил переждать ночь здесь. О, это что такое? Это целая обойма от какого-то ружья. Оп! На машину спрыгнули, как супергерои. Кинули сюда, потом пригодится. И канистра с бензином еще здесь есть, которая всего лишь 100 мл бензина. Очень мало. Оп! Как нам заправиться, кстати? Тихо! Тихо! Нападение! Иди сюда! Ты знаешь, что с твоими друзьями произошло? Я убил их! Он меня кацанул! Теперь я как перекати поле! На тебе! Перед тем, как я сдохну, я запыряю тебя! Запыряю! Нет! Как так? Как я мог сдохнуть от одного укуса кролика? О, благо мы на респе! Хоп, бросили. Так, у нас проблема с заправочкой. Заправочкой. У нас еще, подожди, 2,4 литра? Блин, я вылил. Случайно вылил. Вот случайно совсем. Не то нажал и вылил. Представляете, бывает же такое. Так, открыть, залить. А нечем заливать-то, блин. Но это же масло. Это же даже не бензин. Ты куда собрался, а? Оно обратно. Кстати, у нас тут еще одна канистра. Надо бы только достать ее. Аккуратней. Это канистра с бензином. Вот это чудо спасения. Теперь куда его залить? У нас очень много всякого хлама здесь ненужного. Что это такое? А, я понял. Это, кажется, козырек. Давайте его присобачим. Вот, все. Это радио, которое у нас, кстати, и так есть без того. Пусть будет вот тут, как запасное. Пусть кролик его будет слушать. Вы слушаете радио Сатанист ФМ на волне 66.6. Вот эту штуку, чистилку сюда, щетку тоже в прицеп. Да давайте пока прицеп уберем. Надо разобраться с нашим моторчиком. Как его заправлять-то? Ё-моё. Не может же быть, что это здесь. И, кстати говоря, надо вытащить кролика. Опа, это, кажется, проблема. Кролик, вылезай! Давай, кролик, ну хватит играться, вот. Иди лучше сюда. Ох, сколько пушнины мы сейчас наварим с вами. Когда мы найдем торговца, мы продадим ему все это. Здесь у нас получилась только запаска. И все? Запаска и все. И ненужный хлам. Какой быстрый кролик, от него не убежать, если вдруг что. Я, конечно, знаю, что пожалею об этом, скорее всего. Но давайте попробуем в ойл залить газ. Ой, нет, это мы, видите, теперь смешали масло и бензин. Этого не надо было делать. Этого точно не надо было делать. У меня теперь не 100%... Это плохо.
Не знаю, как это отменить, но что сделано, то сделано. Небольшие примеси, ничего страшного. Стоп. Вот же, господи. Вот ты где, мой дружбан. Он здесь находится, спереди бензобак. Как сложно с тобой, машинка. Что-то не сказала мне сразу. Ну-ка, подвинься, давай. Жи-жи-жи-жи-жи-жи. Нет! Аккуратней с моей канистрой. Где моя канистра? Отдай. Открыть. Налить. Есть! Вот это все, что я налил. Потому что у меня больше нету, да, нифига? Хреново дело, ну ничего, мы разберемся, я думаю, по ходу. Уверен, мы сейчас как следует разгонимся и найдем бензин. О, боже мой! Во-первых, куча дерьма, а во-вторых, там какой-то автомат! Оу, да! Блин! На дерьме я подскользнулся. Ладно, придется это все убрать. А вот автомат! Мне кажется, я и катана могу управиться, но на всякий случай мы его возьмем. Главное, чтобы эти кролики не ожили и не научились пользоваться автоматом. А, погодите. Это сральня. Почему на крыше дерьмо? Ну ладно. О, я добавил, оставил свой след, так сказать. Омерзительная игра. И в то же время очень прикольная. Немножко стряхнуть. Окей, 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 давайте теперь нам нужно присобачить прицеп к машине. И можно двигать. И последнее, это надо как-то еду всю достать из холодильника. Или вариант получше. Что это? НЛО? Самолет? Давайте поспим на дорожку. Все собрали, теперь можно снимать с ручника и ехать. Ну, давай, 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 все. Хоп, пары выключить. Или мы включили? Выключить. Нам бы добраться до следующего пункта, где есть бензин. Холодильник держится, держится. Холодильник, нет, холодильник, стоп, нет, стой, твою налево. Как же так? Ты кролик его выкинул, да? Ты специально это сделал. Я недоволен, кролик. Иди сюда, ты вылез. Мы сначала вот так положим холодильник. Вот. А кроликов? Да я не знаю, на самом деле, что с ними делать. Давайте одного оставим себе. Какой-нибудь, который более милый. Вот тот вообще гнида. А вот тебя, дружище, мы, пожалуй, просто вот сюда положим. Так как ты изначально с нами был с самого начала путешествия, мы тебя положим сюда, закроем. Вот. Во! Идеально положил, даже лучше стало. А ты получай. Все, теперь не теряем бензин. Просто так. Поехали. Как нитро включить? О, сколько хлопот. Давайте чуть-чуть поправим, так, чтобы сюда видеть холодильник. Это очень важно. Так. Неужто ли какое-то здание мы видим? Аккуратненько. Давайте тормозить. Такое ощущение, как будто я уже был здесь. Я идиот! Я приехал обратно. Чертов холодильник все мне карты спутал. Я просто в обратную сторону попер. Идиот. Я могу не доехать теперь никуда, поскольку у меня бензина по нулям сейчас будет уже. Погодите, это что, самолет? Это след от самолета? Цивилизация все еще жива. Вот что я понял. Осторожней. Холодильник! Холодильник, стой! Нет! Черт, кактус! Я не могу, если я вернусь за ним, у меня бензина не будет, чтобы снова разогнаться. Холодильник! Прости меня, холодильник! Нет, прости! Что-то вижу? Какое-то здание? Отлично! Я доехал! Я доехал! Стоп! Тормозить! Тормози, твою мать! Холодильник! Черт, с прицепом так нельзя делать! Холодильник, ты здесь стоишь! Ты б ждал меня, да? Наверняка. Идем скорее, даже не буду смотреть, что у тебя внутри там есть. Погодите, а это что такое? Рука? Написано, ее можно присобачить. Ничего не понимаю. Какая-то рука. Ладно, давайте посмотрим, что в холодильнике. Что это? Ватрушка какая-то сраная и хлебушек. Давайте обратно положим холодильник. Замечательно. Как нам теперь проникнуть? Дверь, открывайся. Оп!
Опа! Как много классных вещей здесь. Масло! И бензин! Еще холодильник! А, и тут три холодильника, и даже жратва на нем какая-то сверху лежит, жарится. И какая-то антенна. Я считаю, это прекрасный хэппи-энд. Я получил максимальное удовольствие, играя в эту игру. Я надеюсь, что вы тоже. Если так, то поставьте лайк и пишите, хотите вы, чтобы я еще в нее поиграл, продолжил это путешествие. Эпическое, не побоюсь этого слова. Короче, всех вас жду в комментариях, пишите ваши угарные комментарии, я буду читать и ухахатываться просто. Ну а с вами был Юджин, увидимся в другом видосе, который я сделал, либо в этой игре. И всем пять!